то Бог велио, ко Бог наш. Давай, друже, неспішно перегорнемо з тобою сторінку нашого православного календаря і побачимо, що 13 грудня ми з тобою згадаємо пам'ять святого апостола Андрія Першозваного. Апостол Андрій Первозваний родился на берегу Галилейского моря в городе Вифсаида. Он был сыном простого рыбака. У него был брат Иоанн, и они вместе с отцом ловили рыбу. Пришло время исполнения пророчеств ветхозаветных, и пришло время пришествия мир Христа. И на речку Иордан в пустыне вышел Иоанн Креститель. Он проповедовал о грядущем Мессии, приготовлял людей к пришествию мир Спасителя. Он говорил, что «Я есть глас вопиющего в пустыне, уготовьте путь Господу». Он готовил людей к принятию Христа через крещение, через омовение в водах иорданских. Приходило множество людей, и однажды пришли два брата, Андрей и Иоанн, и они остались его учениками. И однажды пришел сам Христос, чтобы креститься от Иоанна. И Иоанн, Креститель, указывает всем присутствующим, что «се агнец Божий, который возьмет грехи всего мира на себя». И ученики Иоанна, Андрей и Иоанн, услышав, что это есть тот Мессия, которого ждут, они пошли за Христом. Поскольку Андрей был первым, который пошел за Христом, он в церкви называется первозванным. И через некоторое время они вернулись в свой дом, потому что был отец, вот, уже престарелый, которого нужно было досмотреть, Иона. Вот, были какие-то, наверное, вот, и по дому дела еще. И на некоторое время они вернулись в дом свой. И вот через несколько месяцев, когда они снова рыбачили на море, то проходил Христос. И Христос попросил у них лодку, чтобы отплыть, и проповедовал Христос, говорил свое слово. Когда Христос закончил проповедь, то Он сказал рыбакам, чтобы они закинули свои сети и поймали рыбы. Но они как бы удивились, потому что они ничего не поймали вот за то время, которое они ловили. Вот, но по слову Христа, вот они закинули сети и поймали множество рыб. Так что две было лодки, и они были наполнены, и они даже тонули от великого количества рыб. И тогда Господь им сказал, что «отныне я вас сделаю ловцами душ человеческих». Вот, и Андрей оставляет с Иоанном, оставляют сети, вот, и с ними Петр уже присоединяется к ним, потому что апостол Андрей сказал Петру также, Симону, что они нашли, обрели Мессию, и они идут вслед за Христом. Так будущий апостол, а в прошлом рыбак Андрей Первозванный, стал ловцом душ человеческих. Он всегда был со Христом, он был в числе 12 апостолов, он всегда слышал Слово Господне. Вот. И также, когда Христа распяли, потом, когда было сошествие Святого Духа на апостола, он был в числе тех 12 апостолов, на который сошел Дух Святой. И ему выпал удел, жребий, вот, быть проповедником Слова Божия, вот, у скифов на наших землях. Он пошел из Иерусалима с проповедью, был в Крыму, поднялся по Днепру с учениками своими. И когда они пристали у гор Киевских, когда на утро он встал, то он сказал ученикам, говорит, говорю вам, что здесь Господь воздвинет город великий и церкви мнози. То есть здесь будет много храмов.
Вот. И это были пророческие слова апостола Андрея Первозванного, потому что действительно сегодня мы видим много церквей и великий город Киев. После Киевских гор он еще также поднялся дальше до славян последних, как бы в Новгород, поднялся до Новгорода. Вот, и там также вот, есть действительно Новгород, где много храмов, и также великий город. После своей проповеди на наших землях он вернулся обратно в Константинополь. В Константинополе он организовал общину христианскую, поставил епископа в этой общине, и тем самым образовалась церковь христианская вот с его благословения уже в Константинополе. Закончил он свою земную жизнь в городе Патры. Прибыв в этот город, он также начал проповедовать Евангелие, проповедовать о Христе воскресшем. И многие, кто его слышал, слово, они становились верующими христианами, принявшими Христа. Многие, кто-то противился, и даже на его пути, когда он шел с проповедью и по наших землях, и когда возвращался домой, то его пытались не раз и побить камнями, вот, и пытались разными способами погубить, вот, но Господь его постоянно берег. И в городе Патры он остановился, и там он закончил свою жизнь. Это был 62-й год после Рождества Христового. Сам правитель этого города, он противился вере христианской, он противился слову апостола Андрея. Вот. Но жена, которая получила исцеление от апостола, и брат, они получили исцеление, они стали верующими христианами. И вот сам правитель города Патры, чтобы как-то унизить, посмеяться над апостолом, он решил, что если он предаст его позорной смерти, то тем самым те, кто слушали его слово, они передумают быть верующими людьми. Вот, то есть он надсмеется над апостолом. Он решил на площади вот, умертвить его, через привязать ко Христу. Вот, а крест был особой формы, был Х-образный, буквой Х, крест. И хотел, чтобы он через долгие страдания мучился. Вот, но он, вися на кресте два дня, он эти два дня проповедовал приходившим к нему людям, проповедовал о Христе. Вот, и люди возымели и жалость к апостолу, и они начали как бы роптать, и правитель побоялся, что народного гнева убоявшись, он решил просто предать апостола Андрея кончине. Когда пришли воины и хотели отвязать от креста апостола, то у них никак это не получалось. Он все равно оставался висеть на кресте, потому что он сам молился апостолу и просил, чтобы Господь сподобил его именно такой смерти крестной. Вот, и крест засветился, апостол Андрей засветился, божественная слава осияла, крестное знамение, и апостол отошел ко Господу. Вот, и уже жена правителя, которая стала христианкой, она же его и погребла. Вот, мощь его находится в Константинополе. И так с простого рыбака он стал апостолом великим, он стал ловцом душ человеческих, и церковь он именуется первозванным. Вот, потому что он первым пошел за Христом вот, и стал апостолом. Само слово «Андрей», оно уже переводится как «мужественный». Вот, действительно, все святые, их можно назвать мужественными, потому что святых по-разному соблазняли разными благами мира сего. Вот, пытались их подкупить даже чем-то, вот, но действительно проявлялось мужество, потому что Бог у них был в сердце, вот, они жили верой Христовой. И для апостола Андрея Первозванного, он был учеником Христа, он видел Христа, он с ним общался, он с ним сидел за одной трапезой, он с ним был на тайной вечере. Ну, то есть он не понаслышке где-то слышал об Христе, а он был его учеником. Поэтому, конечно же, он знал, во что он верит, он знал, что, кого он проповедует. Вот, и он знал, что его Господь сбережет. Сколько было разных нападков на него, сколько его пытались раз умертвить, но Господь его берег, потому что он сам, апостол, естественно, видел в этом и силу Божию, которая над ним совершалась. И
Он творил великие чудеса, Он множество чудес сотворил, Он очень много воскресил мертвых в то время, когда Он проповедовал и в городе Патре особенно, и в ближайших городах. Это были великие чудеса, вот, и поэтому народ видит такие чудеса, знамения. Вот, народ действительно в нем видел великого вот, Божьего посланника, великого апостола. И поэтому его проповедь имела успех. Но она имела успех еще и потому, что он действительно это делал с верой. Он верил в то, что он делает, вот, потому что он знал свое призвание и свое назначение. Сегодняшние люди, которые живут в сегодняшнем дне, они могут просить апостола Андрея Первозванного о том, чтобы Господь даровал по его молитвам ту же мужество, смелость и открытое честное сердце. Я думаю, что сегодня не то, что могут, а должны просить у апостола как раз такого мужества, твердости в вере, стойкости, вот, искренности. Вот, и любви всегда нам нужно простить особенно. Вот, поэтому к апостолу мы должны обязательно обращаться в своих молитвах, как проповеднику Слова Божия, как, который был простецом, потому что он был рыбаком, но Господь его сделал великим апостолом, который пришел на нашу землю. Вот, и благодаря его пророчеству, и он крест водрузил на горах Киевских. Вот, и с этого момента вот, с его пророческого благословения, через 1000 лет только, хотя прошло 1000 лет, на нашей Киевской Руси, вот, действительно явилась благодать Божия, вот, и Святая Русь приняла святое крещение. Вот, поэтому мы должны всегда апостола молить, ну, чтобы он действительно укреплял нас. И мы должны и продолжать как бы то делание, вот, потому что мы должны умножать свою веру, вот, мы должны жить по вере, вот, потому что вера, она проявляется через наши дела. Вот, а без дел вера мертва сама по себе. Вот, мы можем видеть, что мы верим в Бога, которого проповедовал апостол. Но если мы не будем это подкреплять своими делами, какими-то добрыми делами, вот, то, конечно, эта вера будет мертвая тогда. С Днем Небесного Покровителя всех, кто носит имя святого апостола Андрея Первозванного. Желаю Божьей помощи, желаю мужества, которое имел апостол Андрей Первозванный, желаю стойкости вере, вот, и чтобы, самое главное, чтобы мы всегда были добрыми и любящими христианами. С праздником, с Днем Ангела всех! Святый апостол Андрей Первозванный, моли Бога за нас!